Итак, здорово, пацанючек, с тобой я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение игры Resident Evil 4. Точнее, сериала игры Resident Evil 4. Ну что же, продолжаем. Седьмая серия третьего сезона у нас в кармане, собственно говоря, пацанючек. В прошлой серии мы тут прошли, в общем, бой с Краузером. Да, бой с Краузером, такой прикольненький бой. На ножах с ним подрались, там послушали очень ржачные ролики новые с Хатиксом и все такое, все это ржачь тупую. В общем, сейчас мы, наша задача, в общем, Леон еще об этом не знает, но мы, я сам об этом узнал, мы только недавно от Башка, 4 дня назад. То, что еще существует, оказывается, еще вторая стадия Мендеза, я как бы знал о ней, да, но я не знал, что это именно стадия Мендеза, я думал, ну просто какой-то монстр рандомный. Оказывается, это стадия Мендеза, и прежде чем мы начнем, советую попробовать вот эту вот шоколадочку-деточку. Потом вот эту вот соломочку-деточку, вот эту вот печенюшечку повара, повара-печенюшку, вот эту вот сердечечка-девочка и вот этот вот чай. За тебя, мальчик. За твое здоровье. Все, мы начинаем, проходим. Также время прохождения зависит от ситуации, от того, как я буду проходить. Если хорошо, то прохождение получится довольно таким нормальным, по времени и вообще. Но если буду, извините меня, тупить, то получится полное говно, извиняюсь. Но мы продолжаем. Сначала у меня, в общем, было две стадии. Первая стадия... Мы должны просто от него убежать. Просто от него убежать. По этим вот контейнерам. И так далее. А вторая стадия уже надо его убить. Непосредственно убить. Это тоже довольно непросто сделать. Босс не такой тяжелый. Но нужно будет использовать довольно много кутов. Так что. Сейчас должен быть ролик, по идее. Смотрим. Будто сейчас хочется разъебать всех нахуй. Сука, да живи нахуй, сука ебаная! В рот, блядь! Блядь! Я испугался! Итак, вот этот босс. Да, это та самая стадия. Стадия Мендеза, ёпта, не заплачу, боюсь, помогите, но не буду, кажется, баловаться, реально, то моё баловство доведёт до нехороших последствий, так сказать. Так, вот одну мы нажали, господи, помогите. Так, что у нас есть, так, давай соединим. Блин, камера. Открылась еще у нас одна кнопочка. Блин, а. Кстати, я играл с этим боссом версии для Android, и тут один такой небольшой божок есть, присутствует. Это когда через него идешь, в общем, через него тяжело пройти, в общем. Ну, когда хочешь через него пройти, он тебе закрывает путь, да, этот босс. Хочешь пройти, но никак Леон это сделать не может. Такой баг. А вот тут он может, в этой версии. Так, вот теперь у нас время отсчета, когда мы должны попасть в очередной контейнер. Ну, то есть, да, в очередной контейнер. Дается время. Вот это место. Так, передохнем чуть-чуть. Вот соломочка, деточка. Пьем, кажется, чай. Выпьем за здоровье Леона. Санечек. Так. Ну что мы тут? Зажигательная граната. Так, пока босса не видно. Сейчас он будет. Каркай не каркай, но что делать? Блин, а муха. А, помогите! Он хочет меня изнасиловать. Блин, надо быстро реагировать. Так, один мы уже активировали. Ну охренеть, просто сколько он хп отбавляет, блин. Это реально вообще, блин.
ёб, да блин, дай мне стрельнуть, сука. Да иди. Иди от меня, блин. В массе. Сейчас, короче, мы его отвлечем ненадолго, чтобы смочь попасть. Потому что так я не попаду. Так. Значит, это вот тупая камера. Блин, это вот меня вообще бесит, помогите, блин. Потому что когда он окружает, вот это вот, это вообще, блин, как крысовство, блин. Блин, ё-моё. Господи, помогите мне. Ну и куда идти? Блин, 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 блинский. Помогите, о. Несмотря на то, что у меня осталась жизнь, все равно нужно использовать аптечку, да, зеленой жизни. Потому что если сейчас меня тронет, то все, как концы пропало, как говорится. Ну, такие вот дела. Блин. Делают сыпательное печенье. Так. Так, ну да, используем аптечку, потому что, ну, выбора нет. Нажимаем на кнопку. Открывается дверь, и там вот сейчас появится. Господи, не здесь. Я думал, он там появится. А, так и страшно. Я сейчас почти заплачу от страха. Мать, пожалуйста. Блин, помогите мне. Блин, ну реально, вообще такой страшный сегодня. Блин. Блин, блин, пожалуйста. Блин, сволочь. Сейчас меня... Не, ну это с первого раза реально нереально пройти. Не буду рассказать почему. Потому что он... У меня аптечек немного. Страшилище, блин. Ты куда стрелять? А, нужно это сделать самое. Как... В общем, сейчас надо стрельнуть кое-куда. Да, в общем, стадия, конечно, довольно такая тяжелая, да, то есть, блин. Да, и тут вот самое страшное. Да это тут реально самое тяжелое, когда он окружает, потому что ну реально как бы, да? То есть. Так, надо быстренько сейчас идти, прям просто вообще на. Сейчас будут какие-то кнопки. Нужно правильно успеть нажать. Помогите. Вот какую-то кнопку сейчас надо жать. Надо куда кнопку жать. А, нет, не надо. Я думал, куда кнопку жать надо, блин, я уж испугался. Да, прошли с первого раза, что да, довольно удивительно, да, то есть он меня мог легко схватить, но у него это не вышло. Да, повезло, вот он, как говорится, чекпоинт. Стараюсь это проходить. Ну, самое сложное еще впереди, пацанчик, ты знаешь это. Кому я объясняю, ты так все знаешь. Ну что, Леон, давай. Здесь он появляется, да? Ну, нам нужно попасть, в принципе, вот эту дверь. Да, и он, кажется, не хочет убираться. И нужно его победить. Да. Что очень тяжело, но благо. Тут есть контрольная точка. Да, он попал. Давай, иди сюда. Иди ко мне, мой маленький. Пёсик. Пюсь. Сейчас мы кинем в него гранаточку, пускай понежится. Понежится в аду, так сказать. Вообще, честно говоря, вообще дрыщ, потому что, ну, как бы, да, но... Ну, мошка один, то есть, ну, мошка один. А, как бы он приобрел последнюю стадию, и он уже не разговаривает. То есть, как бы он не хотел, он все равно не разговаривает.
То есть, как бы, самая такая устрашающая, так сказать, стадия. Да, все использовали мы, все ловушки, все эти бочки. Теперь надо его, кажется, вручную уже убить. То есть, как бы, уже без ловушек. Тут, опять же, непонятно, что когда мы его убиваем, резко открывается дверь. Ну, какого, извиняюсь, выражения хера, потому что... Почему именно тогда, когда мы его убили, тогда они открываются? Это же как, это же сказка, что ли? Ну, игра, ты играй, я понимаю, но все равно нужно как-то приближенно к реальности, там, хотя бы рычаг нажать. Такое сделать. Не так, прям как в сказке. Прям убили, убил Марио, прошел уровень, и принцесса им прям отдалась, да? Такого не бывает, пацанючек, ты сам знаешь. Теперь просто чисто в него стреляем, потому что больше уже он будет сейчас гнаться, потом в конце он разъярится и уже начнет, как говорится, под землю врываться и давать люлей, которых, надеюсь, что он не даст. Вот мы его чуть повредили, да, и у нас сразу же закончились патроны от пистолета. Теперь мы его закинем так, и будем мочить его с ружья. Охренеть! Ты видал, какой он фаталит сделал? Да, с ружья лучше тут не мочить, потому что как бы он стреляет, перезаряжает его, да? И пока он перезаряжает ружье после каждого выстрела, уже начинает атаковать. И называется, уже делает фаталити. Вот так я и проиграл из-за этого. Так что нужно действовать крайне аккуратно. Да, не хотел я это говорить, но придется использовать нам магнум, потому что, как бы, ну, больше ничем не получится, да? С ружья это вообще бесполезно. Зарекать тем более... Потому что за рекам, тем более дамаг вообще маленький наносит. Так что... Я даже и не знаю, как тут чем помочь. Пока он там за решеткой находится, мы кидаем в него гранатку. Берем опять же пистолет. Выломает решетку. Кстати, действую просто по принципу, да, то есть, как бы, да. Он будет подходить. Открываем решетку и закрываем. Вот сейчас, в принципе, можно мочить с ружья. Сейчас мы его просто кинем в синюю гранату. Пока он будет за решеткой, можно его с ружья помочить. Так, вот он отвлекся, мы его быстренько мочим. Да, вот. То сейчас получается, так ему мешает решетка. И все, больше уже не надо его мочить. Он косалал. Так, он косалал. Так, у нас осталась последняя ловушка. Так, давай, давай, иди сюда, давай, свинцом тебя обольем, Валерой. Ну, вообще просто дохренища патронов под магнум. Не знаю, кольт, магнум. Таки стоило, наверное, сразу зеленую траву не использовать, дождаться, пока соберу красную, соединить и получить более высокую смесь, так сказать. Ну, вообще, да, охренел. Парень, вообще беспонтовый. Нормально так играем. Так, сейчас опять нам давать от него убегать. Давай, иди сюда. Старейшина Мендес просто чисто доигрался. Если бы он нормально бы себя вел, Леона уважал, то все было бы норм. Но он этого не захотел. Вот и получил по заслугам. Сейчас он уже расслабился. И начинается уже последняя стадия. Он начинает серьезно уже атаковать. Сейчас он будет атаковать, делать атаки многочисленные. Нужно просто от них вот так вот убегать. И ты, Паша, где это знаешь, что мне тебе объяснять? Господи, боже мой, не использовать нечего.
Господи, блин. Блин, да. Если проиграю, будет то урок мне. Сейчас он будет, кстати, атаковать. Так, пошел он, в общем, сейчас. Да, сейчас он намного быстрее стал двигаться, да, мы его просто разозлили. Хорошо, что есть кирпич. А то если так, то по скорости он может нас догнать, в принципе. Потому что у нас мало хп. Так, быстренько его мочим. Вообще, сейчас лучше задействовать магну, чтобы не проиграть сразу. Он врывается опять под землю, сволочь он. Буду все стаковать, господи, господи. Атакуй. Ну, опять будем мочить. Зассал. Такой магнума нечем, потому что так я проиграю. Если я буду мочить его ружьем, там я тогда точно тогда проиграю. Ну, только так, больше никак. Либо проигрыш, либо магну. Ну хотя бы один раз проиграл, и то норм. 50 тысяч, ну вообще, просто задолбись, как хорошо. Да, потратили мы довольно хорошенько магнум, не оставили нам на кразе. Ну, думаю, мы по дороге соберем еще патроны. Так что расстраиваться, думаю, не стоит. Да, будем, как говорится, копить патроны. Ну, прокачаем у магнума, в общем, вместимость, там больше патронов зато будет. Ну, думаю, мы сможем выстоять. Тут реально, тут никак. Ну, с винтовки после каждого выстрела перезаряжалась бы она, и что, он бы сразу убил. И дробовик тоже самое, такая же потеха. Кстати, заметь, у Леона до сих пор сохранился шрам от этого. Ну, то есть, болячка, царапина от краузера, так что это разработчики благо проработали хорошенько. А то бывают игры такие, блин, что-нибудь сделал, но за одну секунду уже у него прошла уже рана такая большая серьезная. Так что это... Или он сейчас не упадет, а то я боюсь, у тебя он уже хп вообще, блин. Просто охренеть, как мало хп. Здесь хоть аптечку хоть собрать. О, трава, уже здорово. Просто заберем. Ну, как говорится, выручил нас разработчик. Серьезно, выручил, да? Сейчас будем собирать патроны от ТМП. Ну да, довольно так нормально прошел с одной смертью, но это так. Довольно, в принципе, тогда хорошо. Сейчас можно вернуться обратно в ту локацию, сохраниться. Можно пойти дальше. Но мы... Сначала... Я не знаю, куда это ведет. А, нам нужно по лестнице бежать. Лестница ведет уже в другую локацию. Так, и что у нас тут? Нет, по-моему, тут еще далеко будет это. Ну, хотя ладно, давай. Пройдем дальше. Блин, застрял. Я думал, забаговался уже. Все-таки ПК-версия. Так. Да, старые добрые такие шкафчики с первого сезона. Да, сейчас бы лето, бы первый сезон, ганадосов этих тупых, да. Хотя они во втором сезоне попадались. Ну, полно. Так, все норм. Итак, ну, скоро должно быть уже сохранение. Я тут помню, где-то под землей продавец тут стоит тоже. Не там, то есть, где-то еще. Так, и тут нас опять спалят. Мы просто делаем вот так. Да, ну и все. Блин. Помогите. Меня насилуют. Это насилуют. Это так жалко. А, иди отсюда, блин. Ха-ха. Блин, вы что, охренели? Вы что, с другой стороны? Вы что, крыса, что ли, да? Как вам не стыдно? Ну так быстро-то. Вот ты же сейчас одного удара упал. Блин.
так. Господи, тут ты взялся-то. Блин, твари. Ну ничего, все будет норм, мальчик. Ты это знаешь, я это знаю. Пацанчик, ты ладно за меня не боись, все будет нормально. Так, вот старые добрые ящички. Ну, тут, в принципе, так не уж сложно. Так было, то есть, да. Сейчас соберем. Вот уже аптечки потихонечку собираем. Тут у нас бочка, но сейчас забивать ее не надо. Мы ее... Мы там будем на той стороне, так что можно не волноваться. Мы с помощью сейчас проберемся тут. А, я думаю, тут ящик стоит. Ну ладно. Сейчас мы просто все осмотрим как следует. Так. Вот здесь есть у нас какой-то потайной ходик. А, это уже туда, дальше. Сейчас мы тут... Где-то тут еще у нас есть, я знаю, потайный ходик. Так. Где-то... Ну, тут у них один лагерь, да? Значит, все, да. Значит, только там. Да, все, спрыгиваем вниз. Здесь я ничего не пропустил. Паша, как всегда, будет говорить, что что-то пропустил, я знаю. Ну, же ничего, это очевидно. В его словах будет звучать. Ну, может, и не будет. Сейчас Паша кто-нибудь скажет, я такого не говорил. А я скажу, ой, ну я так думал, что-то типа того. Тут у нас, да, продавец. И проход... А, нет, сейчас вот... Там дальше продавец будет. О, синий камень. Все-таки не фиолетовый, все-таки синий камень. Да, и теперь есть хорошая новость. Мы наконец-то можем продать эту кошку, ну то есть рысь. Так. Тут какая-то записка. Записка Миши говорит, ой, блин, то есть Краузера. Как оказалось, старик Садлер вовсе не думал доверять мне с самого начала. Я почувствовал это, когда он не захотел полностью допускать меня в свой круг, несмотря на то, что я похитил Эшли. В таких условиях у меня не было другого выхода. Мне пришлось попросить ее о помощи. Может быть, она думала, что это был мой план. Мне кажется, что ее конечная цель отличалась от того, чтобы, что нужно нам с Вескером. И у меня появилась возможность узнать это. Как только я избавлюсь от Леона, я получу образец. Я засуну его в мешок с телом Леона и отошлю Вескеру. Самодовольный болван. Да, еще чего. Это я тебе положу в мешок. И в унитазе смоем. Так, ну ладно. Сейчас мы купим кое-чего продавца. Так. Welcome. Так, давай закупимся. Ну что нам можно купить? Продать, давай. А, да, чуть не забыл. Забыл, кое-что забыл. Так, сокровища. Да, и у нас получилось уже. Исследуем ее. Да, вот мы собрали все камни. А может и не все. Ну да, да, думаю, вроде все это забрали, да. И продаем ее. Естественно, мы ее продаем смело, как говорится, без оров пашка, то, что ты еще не все это дособрал, потому что я знаю, что именно все это собрал. Это кошки. Кошечки это. 35 тысяч. Ну, норм, чё. Так, купим. Чё мы купим? Не, очень большой дипломат там реально. У меня всегда помещается вещей. Тут всегда патроны быстро расходуются, так что все норм. Легкое ружье, страйкер. Да, вот страйкер реально бы против того босса приходился, которого сейчас убил. Потому что он быстро так стреляет. Так что просто тут... Все норм. Пашок, не кричи, не говори там ничего. Я знаю, ты сейчас будешь говорить, что я что, аптечки купил, блин. Давай. Занимайся своими делами. Это нужно, понял? Я так не пройду игру, если не буду их покупать. И не говори слабак, дружище, понял? Я чуть убью сам, дружище, понял? Заткнись. Так. В общем, я сейчас планирую прокачать у бабочки вместимость. Да, вот, емкость обоймы. И мощность. Естественно, мощность. Сейчас мы в основном нацелимся именно на бабочку. Нам вообще плевать, вообще пофиг. На пистолет, на ружье, именно сейчас на бабочку. Потому что только с помощью бабочки можно победить Краузера. Ну и с помощью этого. РПГ. Ну, РПГ, я не знаю, продаст он нам РПГ. Можно, в принципе, РПГ купить. А тут РПГ нет. Потому что, использовав один раз РПГ... А, может и есть РПГ, да, посмотрим. Здесь у нас. Бабочка Киллер 7.
Винтовку, полуавтомат. Да, доступны нам ракетницы. Да, можно реально с помощью ракетницы его убить, попробовать. 30 тысяч. Ну, накопим, думаю, посмотрим. Ну, здесь, наверное, пошел скажешь, это нечестно, но сделаем мы вот таким сейчас образом поступим. Если я его долго не смогу пройти, больше 3 раз, ну ладно, больше 4 раз этого краузера, и буду мучиться, то придется уже использовать, потому что вроде нет выбора. Так что мы ее, естественно, купим, когда побольше деньжат заработаем, ну и все такое. Все, теперь сохраняемся, и на этом, думаю, уже можно заканчивать. Так, ну я допиваю чай. Ну что же, пацанючек, на этом я заканчиваю прохождение 7-й серии 3-го сезона игры Resident Evil 4. А, кстати, чуть не забыл. Спасибо. В общем, все, конец серии. Это был 3-й сезон, 7-я серия. Все, пошел, пацанчик, увидимся в следующей серии. Удачи тебе и пока. Сегодня я еду к тебе и все это, как говорится, дерьмо показываю. Все, давай, покедово, не скучай.